внутреннее ухо, мы проведем небольшой тест. Да, я встану чуть позади вас и прошепчу ушко по 3 цифры влево и по 3 цифры вправо. И если вы их услышите, вы должны их будете повторить за мной. Прошепчу по 3 слова в каждое ушко. Это будет чуть сложнее, если вы их услышите. Опять же, то повторите, хорошо? Давайте. Апельсин. Стол. Салфетка. Услышали? Правое ушко.
обычные медицинские перчатки. Что вам нужно делать? Абсолютно ничего. Вы должны постараться максимально расслабиться, ни о чем не думать. Просто сосредоточиться на своих ощущениях. Просто слушайте. Если вам будет неприятно какие-то из триггеров, вам не понравится звук, обязательно об этом скажите мне. Да, такое тоже бывает. Насколько приятен этот звук для вас? Да, очень приятно шуршат перчатки. Сейчас я вам продемонстрирую действие, очень распространенный в ASMR эффект 3D, так называемый сушка на ушко, когда предметы по очереди издают различные звуки, то с одной стороны, то с другой, вверху, внизу. Это создает полный эффект присутствия. Какие триггеры бывают раздражительны? Ну, здесь опять же все абсолютно индивидуально. Каким-то людям может показаться смешным это название, но этот триггер называется звуки рта, mouth sounds по-английски. И достаточному количеству людей он кажется раздражительным, поскольку во время, так сказать, этого триггера человек делает так называемые звуки чавканья, причмокивания. И это не всем нравится. Есть такое странное направление в ASMR, как ASMR eating, ну то есть еда в стиле ASMR. Она заключается в том, что люди просто едят на камеру и чавкают. Я не люблю это в стиле ASMR. Меня он раздражает. Вам нравится этот звук? Хорошо, значит будем продолжать. Какие еще бывают триггеры? Абсолютно различные. Сейчас я вам покажу еще некоторые триггеры.